хочешь унизить целую армию в одиночку? Вот идиот-то! Тебе всегда мало! И не стыдно! Я все делал для тебя, и что получил взамен? Габрун! Ну и катись! Мне плевать! Чего надо? Что я делал в этой жизни, было ради Кичарона. А ведь я простил его за то, что он сделал с моей рукой. Кичарон не напал. Видишь, что мне приходится терпеть? Если бы не я, из Чичарона давно сделали бы Росконполо. Я взял его под свое крыло. Сделал лучшим боевым петухом Яры. Но потом заявились Сальдадос. Они хотели арестовать меня за передачу денег Ламораль. Чичарон вышел из себя. И когда он вкусил крови Сальдадос, на свет явился сильнейший повстанец Яры. Теперь Чичарон пренебрегает петушиными боями. Он жаждет убивать тех, кто угрожает невинным. А я, идиота, пытался усмирить его гнев. И Чичарон сбежал от меня в поисках новых жертв. Его цель — загон для армейских собак. Сальдадос разводят псов и учат их убивать повстанцев. Но Чичарону нужен боец, который защитит его от Чичарона. Я никогда не стану бойцом. Но ты другой. Такой же, как Чичарон. Помоги ему. Рапидо! Чичарон побежал сражаться с псами в одиночку. Конья, только спокойно. Может пригодиться. Я жив! Жив! Что расскажешь? Дани, солдаты устроили КПП неподалеку. Уничтожь его, и Яра станет чуть свободнее. Благодарю. Чичарон, я Дань. Смотрю, ты суров и любишь кудахтать. А вот злые псы тебе явно не по душе. Thank you.
стоило. Псы точно разорвут ее на части. Сегодня я был на параде. Не понять, кто из нас с Чичероном кому помогает. Рейнальдо, грёбаные псиные кости её мертвы. А Чичарон? Нет. Он разорвал их на части. Я никогда не видел ничего подобного. Как только первая капля крови Сальдада попала на клюв Чичарона, мой петух изменился навсегда. Но теперь он, кажется, нашел спутника, который защитит его в борьбе за справедливость. Защитит? Да я его боюсь. Напиши его имя на водонапорной башне. Пусть все трепещут перед Чичароном. Ладно. Нам с ним вернуться на ферму? Я сам тебя найду. Кровавая битва Чичарона за справедливость только началась. Это обычные воры. Их цель проста. Украсть ваше будущее и погрузить яру в хаос. Чичарон! Чичарон! Грасиас, Дани. Ты настоящий боец и артиста. Чичарон явно впечатлен тобой. Я хотел сражаться вместе с Чичароном, и он оторвал мне руку, чтобы оградить меня от битв. Но теперь ты сможешь защитить Чичарона. И это отлично, ведь Чичарон ненавидит военных и пойдет на все, чтобы запугать Сальдадос. В здании неподалеку хранятся важные документы. Военные тайны, расположение отрядов, список тех, кого режим хочет казнить. Чичарону это противно. И он хочет порвать эти документы в клочья. Они пожалеют, что не перешли на компьютеры. Ну, сразишься вместе с Чичароном еще раз? Ничто не помешает Чичарону добраться до жертвы. Ни живые, ни мертвые, ни бумажки. Ладно, Чичарон, я за тобой. Специальное обращение эль-президента Антона Кастильо. Мы сможем возродить рай.
Кебуэль. Карахо! Опять этот злобный петух! На помощь! Значит, Чичарона бесит псы, сальдадос и бананы. Клара Гарсия сжигает нашу страну. Нет, Карахо! Горшки! Зачем ты это сделал? На что мне теперь жить? Понял. Стой, Чичарон, подожди! Конью. Интересно, есть ли здесь записи о военных преступлениях Кастильо? Как прошел мой день? Ну, я сражался вместе с кровожадным петухом, и он взорвал грузовик. А как твои дела? Чичарону! Тот враг мне! Черт! Ты и правда отличный боец! Я с тобой, Чичарон! Подумать, что Чичарон так заботится о природе. Я тебя прикончу! Grab it up, grab it up. Got my leather jacket.
Бумаги уничтожены. Чичарон в порядке. А что, Сальдадос? Все мертвы. Если честно, это была какая-то бойня. Да, Чичарон любит хорошую бойню. Не забудь написать где-нибудь имя Чичарона, чтобы увековечить его победу над Сальдадос. Чем выше, тем лучше. Я скоро буду. Надо смотреть в оба. Ну что? Раньше рядом был парк развлечений, а потом пришли военные.
Раньше рядом был парк развлечений, а потом пришли военные и забрали его себе. Теперь там заправляют их вертолеты. За большей частью парка они особенно не следят. Но когда дойдешь до тех мест, где стоит их техника, смотри в оба. Благодарю. Лучше держаться подальше. Сюда! Вы с Чичероном отличная команда! Я знал, что его ждет величие, и что мой страх только мешает ему. Время пришло. Чичерону пора расправить крылья и отважно наброситься на врага. Сегодня Сальдадос хотят похвалиться тем, что у них новая статуя. Символ их так называемой силы. Но Чичерон покажет им, что такое сила. И он унизит их всех. Он уничтожит статую своим мощным клювом и в клочья разорвет их боевой дух своими острыми когтями. Иди с Чичероном! Это ваша с ним судьба. После вашей победы все узрят истину. Все поймут. Все склонятся перед Чичероном. Оля. Ладно, Чичерон. Только мы с тобой. Ха, погнали. Так. Какая цель у нас в этот раз? Кокосы? Ягуары? Может, самолет? Нет, нет, нет! Опять! Почему ты ненавидишь мои горшки? Я ведь просто сделал скидку Сальдадос! Быстрей! Что этот мангуст тебе сделал? Ah!
сразу! Суппуэсто. Что Чичарон хочет, то он получит. Это точно. Еще инфа. Есть для меня что-нибудь? Ожидается сброс припасов, повстанец. Если хочешь забрать их раньше военных, лучше поторопись. Грасиас. Оля. Надеюсь, ты поможешь нам разгрести этот чертов бордель.
Клара, Сальдадос обосновались в каком-то парке, посвященном первобытному миру. Это доисторическая долина. Добро пожаловать в самую жопу Яры, Дани. Насколько я знаю, вояки превратили парк в ремонтную базу для вертолетов. Захвати ее и угони пару вертушек. Здесь надо аккуратно. Буэнос Ночес. Сигналку вырубить бы. Медик вас не спасет. Черт!
гнаться за Яром. Есть для тебя инфа. Где была? Тут рядом есть водохранилище, знаешь? Сальдадос планирует переименовать его в честь Кастильо. Они заставляют тамошнего начальника хранить их оружие и припасы. Загляни туда как-нибудь. Грасиас, грасиас. Еще один реплик. Хойо. Осторожнее. Может пригодиться. Сальдадос, я честно здесь надо глядеть в оба. Кахоны. Ола. Ола. Есть новости? Все электричество в округе поступает с электростанции неподалеку. Конечно же, военные решили ее захватить. Пока они там, никому житья не будет. Если отправишься туда, береги себя. Благодарю. Ты новенький.
здесь надо глядеть в оба. Опасности до хера. Эти припасы пригодятся, Либертад. Нужно успеть туда первым. Моё комомерно! Не вижу... Ещё! Лоз! Ты? Максимум! Погоди! Чёрт! Расцеплён! Прикрой меня! Конью!
Хорошая добыча. Клара бы мной гордилась. Ugh!
Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!